песню на стихи. Легендарная дива фестиваля «Кинотавр 2016». Любовь Лапшина. Именно она режиссировала «Красную дорожку», именно она создавала новости фестиваля. И они часто обламывались, принимая ее за какую-то другую женщину. Но Лапшина на свете одна. А рядом наш корреспондент News Live Вера Жестовская. А это ее дочь от первого брака. А я корреспондент обеих девушек. А смотрите, как у меня язык. Чё? Я. Это Вера. Это ее дочка от первого брака, а я Игорь. Да. А я Надежда. А я... Здравствуйте. Доброту глухой услышать может и увидеть без труда. А это легендарная Чумаченко, которая постройнела и сделала визитки мне новые, и сделала скатерть, и платье сшила. Да здравствует и Русичка Алексеевна. А там Дунаев поет. С Толстой. Добрые слова вы говорите. Выучили песню новую. Нужны они всегда. И все песни. Старайтесь быть добрее и сердечнее. Наталья Толстая тут поет. Давайте все мы будем человечнее. Лишь доброта сумеет мир спасти. Старайтесь быть добрее и сердечнее. Благим делам не надо счет вести. Давайте все мы будем человечнее. Лишь доброта сумеет мир спасти. Иногда совсем не так уж сложно исполнять заветные мечты. Чудеса творить, поверьте, можно с помощью любви и доброты.